С раннего утра народ Южной Осетии голосует за будущее страны. Наблюдается высокая явка избирателей. Свой гражданский долг наравне с жителями республики сегодня исполнил претендент на высший пост государства Гарри Мулдаров. На избирательный участок по улице Революции он пришел вместе с семьей. Мулдаров пожелал удачи всему народу Южной Осетии, выразил уверенность. Избиратели проявят политическую зрелость и сделают правильный выбор. А выигравший должен сделать все возможное для процветания нашей родины. Сегодня в 12 часов на избирательном участке номер 23 проголосовал и кандидат в президенты Александр Плиев. Вместе с ним в выборах приняла участие и его семья. Александр Плиев выразил уверенность, народ Южной Осетии выберет достойного кандидата. Он отметил, что для народа эти выборы имеют огромное значение. Он ожидает кардинальных перемен. Думаю, что выборы пройдут в такой доброжелательной обстановке, как уже показывает, в принципе, вот сейчас люди активно ходят, с улыбкой, можно сказать, как на праздник. Я думаю, что народ Осетии сделает правильный выбор. На участке номер 23 с самого раннего утра наблюдалась активность избирателей. На голосование приходили много людей. Свой гражданский долг исполнил и кандидат в президенты Алан Гаглуев. Он также пришел со своей семьей. Народ понимает, что решается судьба республики, и мы видим, что люди подходят очень ответственно к выборам. Об этом говорит высокая явка. Настроение у всех праздничное, сказал Гаглуев. Решается судьба нашего народа. Мы видим, что народ подходит очень ответственно, выборы проходят на территории Южной Осетии спокойно, в спокойной обстановке. Мелкие нарушения есть, но таких грубых пока не зафиксировано. Надеемся на положительный результат. Еще один кандидат на высший пост государства Дмитрий Тасуев проголосовал на избирательном участке номер 7. Исполнить гражданский долг он пришел вместе с детьми. Сегодня Южная Осетия выбирает свое будущее. По мнению Тасуева, ожидания народа должны воплотиться в жизнь. Мои пожелания такие, чтобы народ голосовал именно сердцем, чтобы те ожидания, которые они возлагают на эти выборы, они воплотились в жизнь. Зарина Кочева, Айда Кочева, Азамат Кудзев. Информационный выпуск сегодня.